Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть на сервере Amazing Poke World. Ребята, давно я сюда не заходил, но просто у меня не было времени. Но все же, ребята, зашел, и сразу же, ребята, я говорю, что будет турнир. А если считать, то сегодня, ребята, просто я не знаю, когда эта серия выйдет. Но, в принципе, сегодня, да, можно сказать, будет турнир. Это у нас получается... во вторник, да, то есть 8 июля. И, в принципе, ребята, будет турнир. И я уже начал строить второй город. Спросите, зачем? А затем, ребята, что вы просто посмотрите сюда на карту. И я могу даже не отвечать, я так понял, да. Не, ну просто тут все уже застроено. Во, по три этажа, вот, там еще какой-то замок строить, или что это, или ферма тростника, да, я так понял, на тростнике тут только наваривается, походу нужно будет немного цену уменьшить, а то капут уже, смотрите, стоэтажное здание тростника, вот, эти дома, которые я попродавал, и вот этот я еще не продал, но нужно его будет потом продать. И, ребята, новый город, какой я начал строить, я его построю еще лучше. Я там построю стадион для турнира. Кстати, для этого турнира что там будет? Я уже стадион построил. Я сейчас покажу, что это за стадион. И, ребята, я там буду строить дома. И будут у нас там... Я буду продавать дома, чтобы... Буду сам их строить, чтобы не строили вот так один на другом. И, ребята, давайте пойдем в тот город. Home. Вот. Вот наш, ребята, стадион. Вот он. В принципе, офигенный получился. Давайте тоже ребятам напишем, кто... Так, сейчас. X. Минус. Z минус. Так. Кто хочет посмотреть, приходите. Вот, ребята, новый город у нас тут будет. Я вот это все заприватил, что тут вокруг. И, ребята, вот тут будет наш турнир по покемонам. Вот. Я не буду никого тпшить, ребята. Хотите, сюда бегите. Я сказал координаты, и все. Вот тут у нас будет турнир по покемонам. Конечно, еще не достроил. Вот только я достроил вот эту комнату. Тут у нас будет 4 комнаты. Ребята, что самое я продумал, это то, что у нас потолок двухслойный и стены двухслойные. А спроси, зачем? А затем, что есть такие умники, которые проникают туда, куда даже не надо. Как? Они просто-напросто кидают... покебол под летающего покемона, ломают какой-то блок, кидают покемона, да, потом еще раз ломают тот же блок и седают на него. И оказывается вот там внутри. Но сейчас, я так думаю, что не получится, да, тут у нас все двухслойное. Поэтому, ребята, вот никто сюда не зайдет. А, еще, ребята, турнир у нас будет только 16 человек. И, чтобы участвовать в турнире, нужно заплатить 15 алмазов. Спросите, зачем? А затем, что, ребята, многие могут участвовать, многие хотят участвовать, но если, например, в турнире будет участвовать там 60 человек, да, то хрен мы этот турнир как закончим, день будем его проводить. И поэтому, ребята, в турнире участвует только 16 человек, с каждого человека по 15 алмазов, да. Будут у нас 4 команды, тут у нас будет... Не 4 команды, а 4 группы. В каждой группе будет по 4 человека. Вот, 4 человека будут в этой комнате, 4 человека в этой, в той и вот той. И как мы будем проводить, как, в принципе, по чемпионату мира, да, с каждой группы будут выходить у нас по 2 человека. У кого будет больше очков, тот и будет выходить. Потом 2 человека сразятся, выйдет только один. Потом еще 2 человека сразятся, выйдет только один. Потом еще 2 человека, и, в принципе, нет, тут у нас 2 будет. Нет, тут у нас сначала будет 4, 4, 4, 4, то есть 16. С каждой группы выйдет по 2 человека, то есть будет 8. Потом у нас будет 4 группы по 2 человека, с каждой группы выйдет
с каждой группы выйдет по одному человеку, да, то есть будет 4 человека. Потом те 4 человека, один выиграет, другой выиграет. И потом те два сразятся, и будет первое и второе место, и потом 3-4 место тоже сразится, чтобы было 3-4 место. И поэтому, ребята, первое место у нас будет легендарная птица. Вот, например, Артикуну, я уже себе заспаунил. И второе место у нас там будет, хрен его знает, допустим, там какой-то шайни древний покемон. Допустим, я точно еще не знаю. А третье место у нас будет, хрен его знает, может какой-то любой там шайни покемон сотого уровня, или там рар кенди, или мастер болл, и потом, ребята, посмотрим. А четвертое место утешительное такое, может там пару алмазов. Но, в принципе, нормально. Тут у нас и прозрачный потолок, тут у нас будет стена, вот, двухслойная стена, чтобы никто не мог сюда заходить. Если кто-то будет иметь желание, можете вот так через крышу сюда наблюдать. В принципе, все охрененно видно, даже даже охрененнейший вид, как бы, чем с тех комнат, мне так кажется. Поэтому, ребята, в принципе, завтра турнир. Кто хочет, можете... Можете присоединяться. Еще что хочу сказать. В турнире не разрешены легендарные покемоны, только обычные. Древние, ребята, я не знаю, может, будут разрешены, я потом еще посмотрю. Шайни тоже будут разрешены. И, в принципе, легендарные нет. Любой уровень может быть. И... Без шапок, без хилок. Одна команда 6 покемонов против другой. Ну, как бы один человек с 6 покемонами против другого человека с 6 покемонами. Все. Это, ребята, в принципе, вот такие правила. Завтра турнир. Кто хочет, приходите. Давайте еще напишем. Я никого не буду тпшить. Кто захочет, тот может прийти. Потому что я просто-напросто построил этот стадион очень-очень-очень далеко от спауна. Вот тут наш стадион. А спаун у нас вот тут. Вот, капут, это столько лететь вот сюда, сдуреть можно. Но, в принципе, я за этого построил, потому что на спауне уже везде куча всего у нас застроена. Даже вот тут, ребята, в другой конце карты, даже вот там у нас вроде дом есть. Вот там у кого-то даже дом есть. Да, что-то есть. Вот, да, действительно, там тут даже дом на этой горе есть. Даже тут уже кто-то застроился. Так, ну что, ты прогружайся, вот, капут. Прогрузка какая-то такая. А чей это дом вообще, интересно? Тут вообще что-то есть? О, я даже войти не могу. Охренеть. Вот сейчас могу. Ох, не знаю, чувак. Не знаю, ребята, чей это дом. Ну ладно, не будем мы сюда влезать. Давайте тут... А что тут у нас? Ни хрена себе тут. Дизайн. Ну, короче, ладно, не будем. Даже пол с обсидиана. Охренеть, чувак. Тут. Кто-то тут живет, конечно. Булыжник, ресурсы. Охренеть. Ладно, не будем мы палить вещи этого чувака, который тут живет. У него даже тут все переплавляется. Значит, сейчас нас запалят. Валим отсюда. Валим отсюда, все. Не будем мы ему тут. Кто тут живет, я не знаю. Давайте ему обратно дверь поставим. Ай. Вот, отлично, все. Капут, охрененно у него тут, если честно. Вот даже такая дорожка, тростник. Ну, в принципе, он отлично так на горе построился, такое место. Ух, охренеть, как этот стадион выглядит. Ребята, я строил этот стадион сам, как бы... То, что мне приходило в голову, я строил. Но если вот так смотреть сдалека, этот стадион просто нереально охрененный, мне так кажется. Действительно, мне очень нравится этот стадион. И я не смотрел какие-то стадионы, которые можно построить, как они выглядят. Я просто-напросто, что приходило в голову, я то и строил. И, в принципе, получился... Ребята, флудить нельзя. Нельзя флудить. Потому что 10 раз писать одно и то же. Так, ну, вот такой у нас, ребята, стадиончик. Отличный получился. Вот уже первый чувак, второй чувак сюда добежал. Потому что реально бежать сюда очень далеко.
Но стадион офигенный получился. Давайте выключим. Ну, турнир. Города еще тут нету, но я буду строить. Ребята, тпхайтесь, кому нужно. Вот, тп. Вот. Сейчас мы потпшим людей. Все, давайте. Кому нужно, будем мы его тпхаться. Будем мы его тпхать. Давай, давай, давай. Ну давайте, еще кому-то нужно, нет? Не, ну в принципе стадион очень красивый получился. Что чувак написал? Пишите теперь, ребята, вот так. Буду тпшить того, кто просит. Я просто об этом стадионе еще никто не знал, я никому не говорил, чтобы не мешали мне его строить, чтобы вот кучами тут не бегали. Но, в принципе, ребята, когда я его уже почти что достроил, то уже могу показать людям, где будет турнир, потому что турнир, в принципе, будет завтра, да. Поэтому, ну давай, ты чё ты напал? Поэтому я уже как бы... Уже могу показать, да, где будет турнир. Тут еще, конечно, потом будет огромный город. Вот. Не, ну, в принципе, уже тут людей до хрена. Ну. Давайте. В принципе, ребята, офигенный стадиончик. Действительно офигенный. Сверху вообще охрененно так смотрится. Во. Так. Ребята, кто хочет играть на этом сервере, кто еще не играл, ссылка в описании, там все в описании написано, как зайти на него. И, в принципе, кто хочет, может заходить, можете играть. Со мной, в принципе. Так, давайте задепешим. Ну, уже куча людей сюда набежала. Поэтому, в принципе, вот я говорю, тут еще построю пару домиков, чтобы как бы тут был еще один спаун, да, потому что, говорю, тот спаун уже там много всего застроено. Поэтому, ребята, буду я сейчас вот тут строить новый город. Давайте к этому чуваку тпхнемся, что он там хочет. Так, а откуда, куда привати? Ты это застроил его в стене, а хрен его знает, где он начинается, но начинается он тут, например. Окончается, хрен его знает где. Если, например, сюда идти, то... Ладно, пофиг, давайте сейчас... Посмотрим. Запривачим ему вот эту всю гору, да и все. Так, давайте отсюда, например, где-то. Вот тут. Запривачим ему, чтобы он строил. А, ребята, точно. Я же забыл еще про один конкурс сказать. Я дал 3 дня людям на то, чтобы они построили... построили какие-то любые гимы, да, и потом через 3 дня я выберу такой гим, который самый офигенный, который в принципе офигенно так построен, и в принципе сделаю того человека, кто его построил, гим-лидером, то есть дам ему значки, он будет официальным, типа, как бы тренером, да, вот это, боссом этого гима. Давайте еще напишем.
Все, я выключаю, включаю вот это, а то уже. Станет. Вот, все. В принципе, давайте сейчас мы это запреватим. Хрен его знает. Стадион. Это какой каменный стадион? Стадион. Рок. Нет, нет. Не так. Чтобы просто потом не путаться. Стадион там. Вот. Сейчас как у него там называется, какое у него имя. Давайте еще раз напишем. Какое у него там имя? Там чувак уже убежал. О, чуваки, чуваки. Как он. Вот. Так. Стадион один, да, стадион один. Как-то вот так, все. Давайте его сюда тпхнем. Все. Все. Все, ребят, отлично. Что это было? Кто это сказал? В принципе, все, ребята. Давайте пойдем сюда. Есть тут кто-то еще? Ох, вот сейчас только тут и сражаться и буду, да? Ну, в принципе, сражайтесь. Как-то. Я этот стадион для этого и построил, чтобы тут сражались. А то на спауне я построил вот такой небольшой участок, где, в принципе, пару людей стоят и там сражаются. Стоят и сражаются. А вот тут уже и так более-менее больше места, да, чтобы сражаться. Сейчас уже тут начнут. Сейчас, если начнут уже тут дома где-то вокруг строить. В принципе, я тут вроде офигенную такую территорию запреватил, где. Ребята, идите внутрь, сражайтесь. Чего вы тут стоите? Нифига не делаете. Давайте небольшую раздачу. Давайте возьмем вот так. Так. Что еще можно взять? Вот так. Так, сейчас, в принципе, небольшая такая раздача будет. Во, народ попёр, попёр, попёр. Ребят, никого я не тпшу, честно. Кто хочет, приходите. Не, ну, в принципе, это потом я посмотрел. Просто тут тростника уже насадили. Вот, я смотрел этого чувака, который охрененную тут базу себе построил с этого тростника, чтобы на нем вариться просто-напросто и продавать его. Ну, смотрите на эту хренотень. Тут 10 зданий, нет, ну 1, 2, 3, 4, 4 здания, и в каждом здании по 3 этажа, и тут столько тростника, что сдуреть просто можно. Давайте тут спрячемся, хрен нас тут кто-то найдет или найдет. Не, нашли, ну ладно, давайте может еще куда-то, вот тут спрячемся, хрен тут нас кто-то найдет. Или найдут. Фиг его знает. Думаю, что нет. Нет, нашли. Ладно. Все, давайте идем туда, где будет раздача. Вот возле фонтана. Так.
Где наш фонтан? Все, вот тут. Что у нас тут есть, что мы можем еще... О, я точно, я корону еще дам тем людям, кто займут первые места в этом, как его? В турнире, да? Так, давайте, что еще можно выкинуть? Давайте, 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 вот этих чуть-чуть. Все, кто хочет, еще потом прибежит. Все, раздача. Априконы, чтобы люди себе немного сейчас. Хотя нет, в принципе, все можно раздавать. Бегайте, бегайте. Да, давайте еще вот эти априконы. Кому нужно, собирайте. Делайте себе покеболы. Воу-воу-воу, что-то залагало немного. В принципе, понятно, куча людей тут. Так. Так, теперь назад. Вот так. Сейчас просто-напросто так по кругу буду раздавать, да и все. Сейчас вот это. Офигеть, как уже тут лагает, сдуреть можно. Офигеть. Фу, ну что, ребят, сегодня турнир. Действительно, кто хочет, приходите. В принципе, все могут участвовать, все могут победить, но это уже как бы зависит от вас, от ваших покемонов. Это уже тоже нужно потом самому выбирать, против противника, да, с кем вы будете сражаться. Я просто-напросто буду там следить, да, кто и как будет, и просто-напросто объявлять результаты. И... кто выиграет, говорю, легендарного покемона, наверное, все-таки Артикуна. Еще, как я знаю, вроде на серии еще ни одной птицы легендарной нету. Вот случайно туда закинул. Вроде еще ни одной птицы легендарной нету. Вроде, я точно не знаю, но вроде уже нету. Не вроде уже нет, а вроде нету. Так, все. Раздал, в принципе, нормально. Кто словил, тот словил. Кто нет, тот нет. Больше, в принципе, тут нету нифига, что можно словить. Вот. Есть люди, которые офигенно сколько поймали. Есть люди, которые вообще ни хрена не поймали. Но это уже... Чего? Посмотри, кто привел. Ух, охренеть, у вас имена. Вот. Какой приват. Видите, люди пишут, спасибо за покеболы, я алмазы выкинул, но говорю, есть те, которые словили, есть те, которые не словили. Как он там называется? Стадион 1. Иди туда. Ну, в принципе, сейчас поможем, что там у него. Че он там не может никуда зайти? Уже все, уже никакой раздачи нету. Че вы хотите? Хотя нет, давайте включим. ТП. Так, ну давайте посмотрим, че сейчас. Ладно. И его регион даже так называется. Сейчас. Пробуй, чё там? Можешь сейчас?
Все. Ух, охренеть, сколько тут у чуваков сундуков со всякой хренью. Охренеть. Темные жуки, драконьи, электрические. Ну, это, походу, темки, да? Ну тут... Вернуть. То, что тебя грифанули, конечно... Просто это странно. У него даже регион называется его именем, а его у него забрали, хрен его знает как. Фиг его знает, конечно, я уже тут нифига не могу сделать. Тут уже разбирайтесь, я не знаю, как люди могут забрать приват у другого человека. Если разве что ты добавил туда человека, он как-то его себе забрал, а тебе не вернул, что-то такое. Хрен его знает. Это где вообще? Это возле спауна? Нет, это. Ну да, в принципе, чуть-чуть дальше. Ну давайте еще что-то пишите. Так, что тут? Ух, ни хрена себе тут чуваки застроили. Офигеть. О, мой дом. Это же мой дом, но я его не строил. Как бы я его построил, да? Это полностью мой дом. Ну, как бы я его строил, да, на то, что как построить какой-то там дом. Но тут на этом сервере я его не строил, кто-то уже другой построил. Ну ладно, в принципе. Сейчас. Какие мастерболы? Так. Вот чарилка тут у нас. Ух, ни хрена себе, арена сражений. Так, ну и ладно, идем-ка мы. Давайте вот сюда пойдем. Тут уже никого нету, как я понял, да. Ребята, давайте на этом уже закончим. Говорю, сегодня будет. Сегодня будет турнир, кто хочет, можете приходить, можете участвовать. Поэтому, ребята, ладно, давайте ему хотя бы хилку там отдадим. Куда там? Чё у него там было? На тебе вот это, на тебе вот это, на тебе вот это. Ладно, на тебе вот это, на тебе вот это, так как тебя сгрифили. На тебе вот это. Ладно, я когда добрый, ребята, я действительно добрый, но когда мне просто очень много надоедают, я, ребята, могу и разозлиться. Я, конечно, извиняюсь, но... Все, все. Тебя разгрифили, да, ну все, в принципе. Ох, ладно, ребята, чё, если уж сегодня гуляем, так гуляем. Кто у кого там стырил мастербол. Ух, где. Да чё ты... Так, ну чё, ладно, вернем ему его мастербол, так уж и быть, на. И идем ко мне на спаун. Когда я добрый, ребята, я действительно добрый, я могу все вернуть, еще и сам дать. Но когда просто-напросто люди подходят и просят заспавни там шайни, заспавни легендарного, это уже немного раздражает. А когда я сам вижу, что у человека что-то взяли, не отдали, или он потерял, то как есть вот такие хрени, что случайно можешь, как всегда было, что можешь так случайно шапку во, видите? Шапка выпала, а я сейчас ее не могу поднять. Потому что шапки тут не поднимаются. И вот так одну шапку снимаешь, потом сразу же снимаешь следующую, и шапка пропадает.
И поэтому, когда люди вот написали, я посмотрел, я действительно могу отдать. А вот так, когда надоедают, то... Мью и Райкваза вроде, фиг его знает, что-то такое. Так, не забываем, завтра турнир. Ну все, ребят, я так думаю, давайте уже на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.